На вторую ступень пьедестала приглашается Александр Усачук. Кофеман! И победителем в этом классе стал Игорь Раян. Человек, Алексей, это возле тебя. Вот прежде чем за ЖД вокзал, где да, максимум за максимум. Как не мой. Да. Понял? Ну прежде чем вы. Одноразово, да? Да, 6 человек. Одноразово? Да, 6 человек. Только один раз. Да. 6 человек можете взять. Говорите им всей команды. Да. Фотография на память. Я тебе дал. 6 человек можете. А Олесь еще не дал. Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич. Ребенка обидел, не дал? Я не ЭТВ, квадроцикл. На третьей ступеньке стола приглашается Иван Хинкул. Да, конечно.